новой Кретой компания Hyundai знакомила нас еще в середине июня. Тогда мы еще не знали ни цен, ни комплектаций, а знакомились непосредственно с топовым исполнением Smart. И только теперь такие машины поступили в продажу. Спецверсия Smart основана на самой дорогой версии Prestige, которая с 2-литровым мотором, полным приводом и 6-ступенчатым автоматом стоит по прейскуранту 1 900 000 рублей. К ней добавлены телематические сервисы BlueLink с бесплатным 3-летним периодом и комплексом безопасности SmartSense. В итоге подключенная Крета Smart стоит 1 990 000, а двухцветная окраска прибавит еще 22 тысячи сверху. И в таком виде модель наконец-то преодолела 2-миллионную отметку. Напомним, что телематика BlueLink позволяет со смартфона запускать двигатель, управлять климатом, включать подогрев руля и сидений, а также удаленно отслеживать положение автомобиля. А пакет безопасности SmartSense — это адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоторможением, наблюдением за мертвыми зонами и состоянием водителя. У рамного внедорожника Kia Mahav своя топ-версия. Прежде это была комплектация премиум за 4 280 000 рублей с трехрядным 7-местным салоном. Теперь же добавлена возможность заказать раздельные кресла во втором ряду. 6-местная конфигурация названа Premium Plus и стоит на 20 тысяч дороже. Доплачивать предлагают не просто за социальную дистанцию. Раздельные кресла оснащены обогревом, вентиляцией и подстаканниками, а вдобавок к боковым подушкам на первом ряду и шторкам на все три ряда в комплектацию Premium Plus добавлены и боковые эйрбэги для второго ряда сидений. Закроем внедорожную тему новостью от марки Lexus, которая оперативно подвезла в Россию обновление 22-го модельного года. К слову, внедорожник, выпускающийся уже 12 лет, модернизируется регулярно, и последний легкий рестайлинг был 2 года назад. На этот раз изменения затронули интерьер. Сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 10 1/3 дюйма поднят выше, над дефлекторами вентиляции, под которые переехал блок управления климат-контролем. Помимо нажатий по самому экрану, покупатели специальной серии могут воспользоваться и сенсорной панелью Remote Touch. Свежая мультимедийка поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Напомним, что с начала августа эти интерфейсы поддерживают Яндекс.Карты и навигатор. По технике изменений нет. Атмосферная восьмерка выдает без малого 300 сил и сочетается с 6-ступенчатым автоматом и полным приводом.